Это что за фигня? Ну, блин, придумать же. Ладно. Так, подъезжаем. Кстати, сейчас с микрофоном, ну, с обычным, с айфоновским. К моему любимому Амбарусу МБ Север. Погода хорошая, можно сюда и заехать. Кстати, никто не знает ответа на вопрос. Вот я сделал ТО где-то в ноябре в Ницце. Поменял масло, потом почти не ездил. Ну, наверное, 1003-4 километров проехал. И сейчас уже март, весна. Менять сейчас еще раз масло. Ну, получается, там округлим 5000 километров. В принципе, каждые 5000 желательно же, да, масло менять. 10000 это очень много. Пойду масло поменяю, в общем-то, да, раз приехал сюда. Это всегда полезно. Так, идем в столовую сейчас. Кстати, она порой вкуснее, чем некоторые рестораны, которые халтурят. О, очереди нету. Сейчас мы вернемся туда. Пытаюсь найти Е-купе, потому что цены уже объявлены, на сайте висит. Значит, должна быть уже где-то рядом у дилеров стоять. Интересно посмотреть. Правда, дорого получается. Не, вот я вчера собрал Е-200, зеленую, даже без дизинью, просто в хорошей комплектации, но не полной. 5 с чем-то миллионов рублей получилось за такую. Это Е-200 уже чуть накинем, например, уже получается С-купе с пробегом. Так лучше это С-купе, потому что ее там очень легко найти вариант, на котором зимой не ездили. Чаще всего это будет какая-то третья машина. Погода хорошая, отдельно хотел видео снять. Смотрите, так нравится кузов, точнее даже не кузов, а цвет темно-зеленый на S Кабрио. О, его уже зарезервировали, кстати говоря. В вешках можно с пробегом недорого, кстати, покупать. То есть новый стоит, наверное, там 1 011 000, а в вешках, наверное, за 7, за 8 уже с небольшим пробегом 1000. Так, ну все, обзор сделал. Опа! Эка Европа. Обновляют мне софт здесь. Два обновления вроде касается Bluetooth и по качеству звучания Бурмистера. Это интересно, сейчас попробовать будет. Обновление.